Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврещак, це YouTube-платформа 24 каналу. Ми в прямому ефірі, тому будьте активними, пишіть коментарі, звичайно, запитання. Конструктивні традиційно будемо вносити в нашу розмову. Ставте лайки, підписуйтесь, звісно ж, діліться нашою розмовою. Вітаю нашого гостя, це опозиційний політик Геннадій Гудков. Геннадій, здравствуйте! Да, Игорь, я приветствую вас и, конечно, всех зрителей. Геннадий, сегодня я хотел бы с вами поговорить о визите Путина в Монголию, о том, о чем там говорили, как президент Монголии пышно и красиво приветствовал Путина, и что там с Международным криминальным судом и ордером от него. Также поговорим о Курске. Ну и там Гиркин Стрелков говорит, что якобы через каких-то месяц-полтора будет атака на Крым. Давайте начнем с того, что Путин все-таки побоялся, не побоялся, а нашел лазейку, или как это называть, Геннадий. Он полетел на визит в страну, которая подписывала Римский статут. И вот визит в Монголию, 85-летие, извините, победы войск НАТО Японии, он там, его встречали. Ну и, конечно же, и МИД Украины, и ЕС, и Соединенные Штаты Америки уже высказали, что должны быть какие-то последствия, потому что, напомню, Монголия — это та страна, которая подписала Римский статут, и она официально должна была бы арестовать Путина, потому что есть ордер на его арест 23-го года. Игорь, ну мы с вами, по-моему, уже обсуждали вопрос. Конечно, очень хорошо, что и ЕС, и США, и другие нормальные цивилизованные страны осудили действия Монголии и сказали, что будут последствия. Но помните, мы с вами говорили о том, что а где реакция до того как? Ведь было же известно, что он туда поедет. И Монголии надо было предупредить, в том числе страны ведущих держав мира, со стороны ведущих альянсов, ну, я имею в виду Европейский Союз и так далее. И вот, мне кажется, вот это вот такая реакция, типа мы выражаем озабоченность и будут какие-то последствия. Какие будут последствия для Монголии? Ну, пока мы не знаем, может быть, они и будут. Но даже сейчас дело не в Монголии. Ну, что мы такое Монголия? 2 800 000 человек, размазанных по территории в 1 миллион квадратных километров. Понятно, что там ни промышленности, ни экономики такой серьезной. Но небольшая очень по численности страна. Она в 2 раза по численности меньше, чем Болгария. Она, ну, собственно говоря, вот совсем небольшая по населению страна. Огромные там пустыни, выпадающие, так сказать, горные массивы. В общем, понятно, что это не ведущая страна мира. И то, что она показала, что она не самостоятельная страна, то, что она показала, что она полностью зависимая, что у нее нет там, ее суверенитет условный, просто потому что, видимо, она особо никому не нужна. Вот. Ну, это понятно, это все, так сказать, на совести монголов пусть остается. Хоть они там и потомки великих монголов, но, видимо, вот сейчас они полностью сдулись и превратились в жалкое подобие вот этих великих потомков. Но великие державы, ведущие державы, почему не предупредили Монголию раньше? Что ай-яй-яй, пригласишь Путина, будешь иметь дело с нами. И вот это вот, а потом уже, как говорится, после драки кулаками не машет. Есть такая дурацкая пословица, но она очень точно отражает многие-многие процессы, простыми словами. Теперь что после драки кулаками махать? Ну что, исключите ее из Международного уголовного суда, будете исключать? Нет. Будете исключать судью монгольского из состава суда, Международного уголовного суда, может быть, он очень хороший, может, самый лучший судья, тоже, наверное, никто не будет делать. Ну и что будет с Монголией? Понятно, что Монголия зажата между 2 диктаторскими государствами, тоталитарными государствами, между Россией и Китаем, там сильно не разбежишь, но тем не менее. Поэтому, предупреждая Монголию, наверное, надо было ей тоже что-то сказать, какие-то гарантии давать. Ну, что мы сейчас в Монголии обсуждаем? Дело не в Монголии, а дело в общей мировой обстановке. Пока сражение между тираниями и демократиями, тирании выигрывает. Мы это видим отчетливо. Вот я сегодня там даже в Твиттере отразил свое. Иран сажает людей за точку. Знаете, там у них точка, знак несогласия с политикой. И вот там один блогер поставил точку, набрал лайков больше, чем выступление главы государства. Его взяли на 12 лет посадили. А у меня вопрос. А западная коалиция, которая защищает ценности демократии, и это правильно, потому что демократия, как говорил Черчилль, это отвратительная штука, но все остальное намного хуже. Вот, поэтому демократия — это самый лучший из того, что есть, защищает ценности западной коалиции, альянса там, и так далее. А что они сделали для того, чтобы помочь иранской оппозиции? чтобы этот ненавистный режим, который тиражирует войны, террор, убийства и так далее, рухнул. А что сделал Запад для того, чтобы продолжить осуждение России как террористического государства? Ну, там что-то было где-то, когда-то. Какие-то даже парламенты признали то ли спонсором терроризма, то ли еще кого-то. И что? И где вот это все? Если вы признали страну спонсором терроризма, что, не понимаете, что на самом деле террористы захватили власть в России? Не на подводной лодке, как это там в каких-то фильмах катастроф с ядерным оружием, не на пусковой установке, не ядерную бомбу привезли в Нью-Йорк, а захватили целую страну 6 тысячами ядерных боеголовок различной мощности. И где вот это международное осуждение? Куда оно идет? Ну, хорошо, что Шольц сегодня встречается с... не ездит к Путину в гости. На этом, как говорится, спасибо. А Макрон перестал, слава богу, звонить Путину. Поэтому, когда вот мы видим, Монголия говорит, а что там? А какие проблемы? Ну, я вот тут одна бедная, несчастная, мне никто не помогает, я между Китаем и Россией. Как я могу там противостоять всем этим упырям? Ну, если Запад никому не помогает. Вот я же мы с вами приводили в прошлом эфире, по-моему, геноцид в Руанде, 1 миллион человек. Кто про нее знает? Кто про нее знает? В Европе или в Америке? Поэтому такая ситуация, конечно, печальная довольно-таки, грустная ситуация, когда наблюдать, когда упыри, вардалаки, кровавые маньяки, тираны и прочих мастей всяких палачи захватывают власть в странах и творят в мире все, что угодно, безнаказанно. Да, Геннадий, скажи, пожалуйста, но все-таки... Реакция, ну, реакция уже есть, она никакая, как всегда, обеспокоены, да, там, ай-яй-яй, пальчиком помахали, особенно, сказали, в Соединенных Штатах Америки тоже, что они обеспокоены, но очевидно, да, и позорно, что такое реакция. Но я к чему веду, что все-таки нужно что-то делать с Международным криминальным судом, потому что это прецедент, и многие люди, вернее, не люди в этом мире, такие как Путин, теперь знает, что может и есть ордер на арест, но на него можно наплевать и ехать куда угодно. Ну, просто ты на утро прочитаешь там Вашингтон-Пост, мы обеспокоены и не больше. Ну вот, к сожалению, мы с вами опять-таки возвращаемся к тому разговору. Добро должно быть с кулаками. Но если добро с соплями, оно не очень страшное и не очень... Понимаете, ну вот сегодня вышло расследование, я рекомендую почитать досье, о содержании семьи Путина, ну вот его новой семьи с Алиной Кабаевым и 2 сыновьями. Ну это же просто, ну, я не знаю, ну, может быть 5 семей в мире могут себе позволить такое. И то те 5 семей, которые там поколениями зарабатывали свои миллиардные капиталы. Сумасшедшие миллиарды, сумасшедшая роскошь идет на содержание этой семьи. Путин вообще считает Россию своей собственностью. И мы хотим их уговорить, добро должно просто уговорить их не делать зла? Ребята, вы чего? Вы на какой планете родились? Поэтому вот когда мы говорим, что вот эта глубокая озабоченность и очередная резолюция, она должна остановить зло, но мы видим, что нет. По факту мы видим, что нет. Не останавливали ни в 20 веке добро без кулаков, не останавливали в конце, на переходе, на сломе веков, не останавливали никаких геноцидов, никаких гражданских войн, никакого взаимного уничтожения. Почему сейчас считают, что вы убедите Путина оставить власть, если он только на вторую свою семью тратит десятки миллиардов в год? Десятки миллиардов в год. Почитайте сегодняшнее там, или вчерашнее расследование досье по семье Путина. Оно там очень объективное и честное. Поэтому пока не будет добро с кулаками, так мы и будем сопли жевать. А что? Вот кто? Вот скажите, вот Украина единственная выступила, предупредила Монголию, что она должна выполнить свое международное обязательство арестовать Путина. Кто еще поддержал Украину до того, как? До того, как Путина там встречали, как это, падишах какого-то. Да никто. Вот и все. И поэтому так сказать, международный... Ну, уголовный суд, он сам себя тоже компрометирует. Выписали Путина и Нетаньяху. Ну, офигеть можно. Вот извините за выражение. Ну, вот понятно, что Путин кровавый маньяк, разбежавший войну, убивающий сотни тысяч людей. По его, так сказать, вине они гибнут, погибают в кровавых сражениях. А Нетаньяху защищает свое государство от террористов, явных террористов. Вот там клейма ставить негде на этих Иране и все то, что Иран создает в области террора. Не знаю я. Я, честно говоря, что-то смотрю, что мировой порядок сломан. Институты все утратили доверие. ООН никакая, Международный суд никакой. Да, Геннадий, Альянс НАТО долго бегал, что только не прямого столкновения, только это самое. По сцене бегал там уважаемый господин Столтенберг. Ну вот, понимаете, при таком настрое можно и всю цивилизацию проиграть. Завтра будет искусственный интеллект в руках упырей. Они скажут, что он вас уничтожит. И все будут там лапки поднимать и ждать, когда им там отбросят конники. Но конники они не отбросят, потому что в их распоряжении огромные, так сказать, ресурсы всей мировой медицины. Ну, сейчас вон собаку оживили. 12- или 14-летнюю собаку вылечили от терминальной стадии рака. Продлили ей жизнь. Говорят, тут скоро уже на людях начнут испытывать эти таблетки молодости. Так что, вот, честно говоря, я пока вижу, что цивилизация в тупике. Ну вот, да, мы с вами тоже раньше говорили, Геннадий, что мировой порядок уже сломан, мировой порядок безопасности. Но, мне кажется, ничего не делается для того, чтобы строить новый в условиях терроризма. Да. Пока ничего. И это очень удивительно мне, потому что, вот знаете, Институт изучения войны говорит следующее, что Путин уверен, что он малыми шагами, вот такими вот набросами, тактическими продвижениями додавит полностью Украину. У него тактика такая. И мы видим с вами, да, что Путин, как в начале полномасштабного вторжения, у него нет сейчас цели зайти вот за 2-3 дня в Киев. Он медленно бросает мясо, много-много. Тут мы давайте с вами не будем вводить в заблуждение наших зрителей. У Путина задача очень простая. Захватить территорию Донбасса, Луганска и начать торговаться. Вот у него сейчас этот выход войны. А торговаться, когда он начнет, он, естественно, заставит себя признать в качестве главы государства и заставит или там навяжет миру признание Крыма. И с этим он выйдет к российскому обществу и скажет: я великий император всех времен народов, я вам положил на карту на период моей политической жизни Донбасс и Луганск, и Крым признали нашим. Вот, теперь вот видите, все меня любите дружно, я выиграл у США, у НАТО и так далее. Вот у него цель. У него нет сейчас уже, он прекрасно понимает, что никакую Украину там не додавит. Он прекрасно понимает, что война может продолжаться. Нет, мы говорим, Геннадий, мы говорим о желаниях и возможностях. Они понимают, они почему-то там в Кремле на совещании, сегодня у нас уже сентябрь, в мае, по-моему, в апреле, они решили, ну, доложили так, и что они войну ведут максимум до 26-го года. До 26-го года. То есть еще вот 1,5 года. Потом уже у них там начнутся какие-то необратимые последствия, которые там угрожают всему зданию путинизма, построенного за эти 25 лет. Поэтому они, конечно, не будут додавливать всю Украину, они будут додавливать, пытаться додавить, давайте так скажем, пытаться додавить оккупацию Донбасской и Луганской областей до административных границ. И начать торг по Запорожской и Херсонской областям и Крыму уже в качестве с позиции силы. Вот их план. Тут все четко. Тут мы не должны думать, что он там и Полтаву хочет захватить, и до Львова дойти. Это нет. То, что он наносит удары там и по Полтаве, и по Львову, и по Киеву, и так далее, это он таким образом влияет на моральное и психологическое состояние украинского общества, армии, политического руководства и союзников, которые поддержат Украину. Геннадий, также хотел бы вспомнить встречу Путина, которая приурочена была к 1 сентября, да, День знаний. Он где-то в ТВ встречался с школьниками, и он, среди прочего, тоже вспоминал много о войне, называл те, кто зашли в Курскую область, бандиты, но он там проговорился, Путин, о переговорах, но он сказал, но нужно изгнать бандитов с Курской области. Это не прямая цитата, но в суть понятна. Вот, к чему я веду. Мимовольно, мне кажется, Путин признал следующее, потому что раньше он говорил и Лавров, да, и Песков, и Путин, что якобы можно садиться о чем-то говорить, то, что хочет Кремль, если ВСУ выведут свои войска с Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской области. А сейчас он говорит это как в разрезе Курска. Нет ли это шагов назад и нет ли это сигнал того, что он готов там разменивать даже Курск и садиться думать о том, что вот Курск это уже территория, которую, да, об этом и говорит и Зеленский, что мы будем удерживать Курскую область неограниченное количество времени? Ну, Путин давно морально готов отдать Херсон и Запорожье. Для него, я же то, что сказал, что его вполне устраивают две области и Крым. Никаких проблем. И тут надо понимать, что если это ему расторгует вот это, то, конечно, там понятно, что придется уходить из Курска, из Курской области. Вот, поэтому он в этом уверен. Он также уверен, что если, так сказать, не придется уходить из Курской области, в случае там какого-то, значит, заключения какого-то замораженного конфликта, он там просто сосредоточится силы, несет удар, считает, что украинцы не удержат эту территорию. Но у них такие, в общем, представления о войне, о мире, о итогах войны. То есть для Путина важно не проиграть эту войну. Если он ее проигрывает, ему как кирдык. Если он ее выигрывает, то нам кирдык. Ну, я имею в виду кирдык всем нормальным людям, потому что он не может уже страну удерживать никаким образом, кроме как готовя ее к войне или ведя эту войну. То есть у него два состояния. Либо подготовка к войне активная, либо сама война. В другом состоянии общества сейчас и вообще страну удержать власть будет крайне сложно. Начнутся там глубинные процессы, брожения и так далее. Я вообще, честно говоря, надеялся, что когда он уедет в Монголию, в Москве состоится переворот. Но опять-таки, яиц в России в окружении Путина действительно дефицит. Вот не в магазинах для граждан, а в окружении, в элитах вот этого материала не хватает, чтобы там было побольше яиц. А так было бы неплохо. Уехал в Монголию, а уже вернуться некуда. Но это, к сожалению, не состоялось. Была надежда, была. Геннадий. Всегда что-то происходит, когда вождь в отъезде. Только я вот не представляю, какие... То ли отдыхает, то ли куда-то поехал, то ли еще что-то. А вот я не представляю, какими силами и кто должен был делать переворот. Да кто угодно. Кто понимает, что впереди ничего хорошего не будет. Уже. Кто угодно. Ну вот смотрите, мы же с вами знаем сейчас все эти расследования. Все эти детки, там Шойгу, там, Сечина, там и так далее. Они же все путинские дочки. Они все сильно переживают, что их сейчас на рубеж не пускают. Что никуда там не ездят. Что они отключены от мировой цивилизации. Ну, могут сгонять в Северную Корею, может быть, даже в Китай. Может быть, куда-то съездят в Арабские Эмираты, там где-то под 40 градусов температура в пустыне. Вот. Но куда их еще больше? А больше никуда. А больше никуда. Ну, еще, наверное, в Южную Африку, там посмотреть, как они добили страну окончательно. Можно там с экскурсией съездить, посмотреть, как в Южной Африке. К чему приводит вот эта деколонизация безумная. Вот, поэтому, что можно, конечно, вот в эти страны побывать, но это неинтересно. Это неинтересно. И ты не чувствуешь себя в мировой тусовке. Ты чувствуешь себя где-то там на обочине, на окраине, где-то там. Непонятно как, и в общем, даже там ты чуждый элемент. Поэтому кто угодно мог это сделать. Геннадий, также хотел бы вас спросить о том, что Гиркин Стрелков высказался, будучи за решеткой. Он сказал следующее, что он ожидает через месяц так, или полтора, может быть, каких-то военных операций со стороны ВСУ в сторону Крыма. Но мы прекрасно знаем точно, что сейчас перебрасываются части из юга Украины в Курскую область. Путин не хочет, скажем так, перебрасывать с Покровской и из Донецкой области. И вот через то, вот я так понимаю, что Гиркин так считает, что вот если сейчас от Теплинского убирают войска, что это может быть и часть операции. Ну, я не такой большой военный специалист, как там многие другие, но понятно, что поражение в Крыму означает полное военное поражение. Мы с вами много раз об этом говорили. Если это возможно, то да, тогда это может быть финал войны, поражение путинского режима. Так же, как и перерубление сухопутного коридора в Крым. Я не знаю, какой план вооруженных сил Украины, и знать не хочу. Вот. Но если будет тяжелое поражение в Украине, это будет воспринято обществом как полный крах путинской политики. Безусловно, если будет мощное наступление в Курске, в Курском области, предположим, ну, давайте пофантазируем, предположим, вооруженные силы Украины возьмут Курск. Это тоже будет капец, извините за выражение, полный. Вот. Я понимаю, что для этого нужны совершенно другие силы, возможности и так далее. Я бы на месте западных союзников дал бы Украине достаточно средств, возможностей для каких-то серьезных контрнаступательных операций. Поэтому много может быть различных вариантов, может быть и вхождение войск Украины, предположим. Я просто фантазирую, так сказать, совершенно не опираясь ни на какие фактические данные, но, предположим, Белгород или, не знаю, Брянск, не знаю, что там может быть. Вот. У меня просто жена из Брянска, она из Брянской области, там такой городок Погар есть. Он там в 7 или 8 километрах от границы. Там, по-моему, тоже ничего нет. Ну, по крайней мере, никогда раньше не было. Вот поэтому я не знаю, какие действия и шаги предпримет Украина, но ей нужна сейчас масштабная военная помощь современным оружием, которое обеспечит меньшей численности войск гораздо большим военным техническим преимуществом. Другого варианта нет. Поэтому вот на месте Запада сейчас я бы серьезно подумал на эту тему. И не просто подумал, а нужны действия. Нужна поддержка. Нужно создать преимущество Украины в наиболее важных видах вооружений. И тогда агрессор, оккупант будет потерпеть поражение. Геннадий, также хотел бы вспомнить и проговорить с вами о высказываниях президента Тайваня. Вот Лай Цинде сказал следующее. Он предложил Китаю вернуть себе земли на Дальнем Востоке. Вот он вспомнил, что в 1858 году, когда Китай был слаб, он подписал Агуйский или Айгунский договор и отдал часть земель России. И вот так вот Тайвань отвечает Китаю на то, что Китай хочет воссоединить Тайвань и давит на этот остров экономически. Давайте не воссоединить, а захватить Тайвань. И силы присоединить его к Китаю. Давайте по-честному говорить, что хочет Китай. Ну вот предложение, мне кажется, очень интересное. Я понимаю, что это наверняка немножко и сарказм какой-то от президента Тайваня, но все же земли-то есть, которые отдали в свое время, потому что Китай был слаб. И вот у меня вопрос, насколько Китай реально раздумывает или держит где-то там далеко в голове себе вот эти территории и не только. Ну и мы знаем, что регулярно в разных там СМИ в Китае они прописывают эту территорию с китайским языком. Ну, я думаю, что в этой ситуации, когда идет глобальное сражение между диктатурами и тираниями, конечно, Китай не предпримет никаких действий в этом направлении. По двум причинам. Первое. Китай никакого не хочет поражения режима Путина. Тогда он остается один на один. А сейчас есть Путин с его ядерным потенциалом, с его отмороженностью и больными амбициями. Путину геополитически Китай полезен. Вот это мы четко с вами тоже много раз говорили, я повторюсь еще раз. Это первая причина. А вторая причина Китая, обратите внимание, он избегает ядерной риторики. А почему? Потому что Китай считает, что если не ядерная риторика, то сильнейшая держава на планете – это Китай. Потому что там 1,5 миллиарда человек. Потому что там человеческая жизнь тоже, к сожалению, как и в России, ничего не стоит. И самые чудовищные потери в живой силе всегда были в России, где не ценили никогда человеческую жизнь. И если там почитать историю, то в Китае. В Китае шли огромные войны, там жертвами были десятки миллионов людей. Но так как это было в Китае, особо никто на это внимание не обращал. Из этого, так сказать, мировой трагедии не делал. Ну, почитайте историю, она там очень кроваво и драматично в самом Китае. Поэтому Китай считает главным своим преимуществом 1,5 миллиарда населения, всячески избегает ядерной риторики. И это говорит о том, что он никогда ничего не сделает, поскольку Россия страна, обладающая большим ядерным ресурсом. Я думаю, что пока он еще больше, чем у Китая, хотя Китай может его нарастить легко. Но тем не менее, и вряд ли Китай когда решится на такую риторику. Я уже давно шучу, лет 15, если не 20, если не больше. Я говорю, слушайте, ребята, зачем Китаю вести войны? Собирается небольшая колонна китайских граждан, мирных абсолютно, без всякого оружия. Небольшая колонна в миллионов 20-25 и спокойно пересекает границы Российской Федерации. Идут мирно, трудиться, пахать землю, приводить в порядок территории, строить дороги, улучшать инфраструктуру. Что сделает Россия? Начнет стрелять по 25 миллионам китайцев? Что сделать? Минные поля поставить? Я никак не могу понять. То есть Китай при большом желании может это все сделать без всякой войны. А если направить туда 50 миллионов человек, я напоминаю, что во всей Сибири, там, в Дальнем Востоке, по-моему, там 17 миллионов осталось, или 20. Ну, направить туда 50 миллионов. И чего? Что-то на Китай 50 миллионов. Это даже не 5%. Это 3%. Примерно. Ну, и пойдут люди потихонечку там переселяться в течение года, там 50 миллионов заселят эти просторы. Зачем воевать? Не понимаю. Поэтому, конечно, троллинг президента, ну, он глупый троллинг на самом деле. Вот я думаю, что президент Тайваня, наверное, не глупый человек, но в данном случае он совершил глупость. Нельзя выступать так президент, потому что если он одобряет территориальные захваты, что тогда он говорит, что нельзя захватывать Тайвань. Он говорит, ну, да захватите его. Возьмите, он захватите в России вот эти вот территории. Но если он допускает в мировой политике принцип захвата чужих территорий, когда кто ослаб, тогда что, Китай сильнее и Тайвань. Там, если не помнишь США, там давно все вопрос решился. Силы. В течение там недели. Вот, поэтому, вот, мне кажется, глупо это высказывание. Он может и троллинг там пятого разряда, но пятого уровня. Но он очень глупый. Геннадий, большое спасибо вам за разговор. Спасибо, что нашли время проговорить важные процессы, поездку в Монголию, да, ну и, конечно же, Курская операция. И что дальше? И главное, что вот о чем вы говорите всегда, что нужно Западу просто две вещи. Давать больше оружия и разрешать работать этим оружием. Потому что если даже и дают, то потом говорят, ну туда не стреляйте. Так зачем тогда это оружие? Вот они должны понимать, союзники Украины, что государственные границы заканчиваются тогда, когда начинается война. Да. И вместо государственных границ формируется одна граница, она называется линия фронта. Все. Спасибо большое. Наших глядачів прошу ставити лайки, підписуватись, коментувати. Мене звати Ігор Гаврещак. З вами побачимось в ефірі 24 каналу.